Шеф-повар Максим Григорьев. Горячие роллы с угрём и аргентинской креветкой. Время приготовления 25 минут. Ингредиенты для ролла с угрём. Водоросли нори 1 штука. Икра красная 10 грамм. Рис круглозернистый 1,40 грамм рам. Сыр Филадельфия 40 грамм. Уголь кабаяки 70 г. Ингредиенты для ролла с аргентинской креветкой. Водоросли нори 1 штука. Икра красная 10 грамм. Рис круглозернистый 1,40 грамм рам. Сыр Филадельфия 40 грамм. Уголь кабаяки 70 грамм. Водоросли нори 1 штука. Икра красная 10 грамм. Для ролла с аргентинской креветкой. Креветки аргентинские 3 штуки. Рис круглозернистый 140 грамм. Сыр Филадельфия 80 г. Ингредиенты для кляра. Водоросли нори 1 штука. Икра красная 10 грамм. Рис круглозернистый 1,40 грамм рам. Сыр Филадельфия 40 грамм. Уголь кабаяки 70 грамм. Водоросли нори 1 штука. Икра красная 10 грамм. Для кляра. Креветки аргентинские 3 штуки. Рис круглозернистый 140 грамм. Сыр Филадельфия 80 грамм. Вода 60 миллилитров. Масло соевое 200 миллилитров. Мука кукурузная 100 г. Для кляра. Мука рисовая 150 грамм. Яйца куриные 1 штука. Наверное, многим, если не всем, известно, что поголовное большинство роллов в наших суши-барах имеют к японской кухне отношение самое далекое, и основы этих рецептов еще в прошлом веке придумал американский шеф-повар японского происхождения. С тех пор гуляют по планете всевозможные разновидности вкусных рулетиков с рыбой, икрой и морепродуктами. Шаг 1. Для ролла с угрём понадобится уголь, рис, икра, сыр и нори. Отмечу особо, что унаги кабаяки – это никакой не копченый уголь. Это жареный уголь, политый сладким соусом кабаяки, вот именно он нам и нужен. А рис я использую уже предварительно сваренный и как нужно заправленный. В общем, стандартно подготовленный рис для суши. Шаг 2. Для ролла с креветкой нам понадобится нори, рис и сыр, а вместо угря крупные хвосты аргентинской креветки. Можно использовать тигровую или, например, камчатскую креветку, но аргентинская креветка отличается от них тем, что даже в сыром виде имеет розовый цвет, фото, а вкус ее сладковатый и очень нежный. Аргентинская креветка – отличный вариант для роллов, проверено. Шаг 3. Оберните коврик макису пищевой пленкой раз 6-8. Прокалите в нескольких местах, чтобы выпустить воздух. Смажьте поверхность кусочком сыра или авокадо, чтобы ничего не липло. Жирных разводов не бойтесь, их не будет. Шаг 4. От листа нори отделите 2 дробь третьего части. Положите блестящей стороной вниз. Распределите рис, оставляя сантиметр нори у верхнего края. Смачивайте руки водой с уксусом, это облегчит и ускорит задачу. Рис должен быть теплым. Шаг 5. Угря нарежьте ломтиками и выложите на рис. Шаг 6. Заворачивая нижний край коврика, начинайте сворачивать ролл. Оставленный край нори слегка смочите водой, и он запечатает край ролла. Шаг 7. Вот такой у нас вышел ровненький ролл. Отложите пока в сторону. Шаг 8. Креветки предварительно очистите, насадите на деревянную зубочистку, чтобы не свернулись в клубок. Затем опустите на 2 минуты в кипящую воду с солью и лимоном. Шаг 9. Повторите шаг 4. Затем разрежьте каждый хвост вдоль, удалите кишечную вену, выложите на рис, добавьте половину сыра. Повторите шаги 6 и 7.
Шаг 10. Остатки сыра выложите в кондитерский мешок с маленькой насадкой звездочкой. Шаг 11. Подготовьте ингредиенты для кляра: пшеничную муку, кукурузную муку, мелкого помола, ледяную воду, яйцо и рафинированное соевое масло, можно заменить на подсолнечное или кукурузное. Шаг 12. Для удобства обжаривания, можно разрезать каждый ролл пополам. К тому же при таком способе хрустящей корочки будет больше. Обваляйте все 4 половинки в муке минус 100 грамм. Шаг 13. Для кляра смешайте воду и яйцо, подсыпая остатки муки, замешайте кляр, похожий на тесто для блинов. Обмакните роллы в кляр. Шаг 14. Затем обваляйте в кукурузной муке со всех сторон. Шаг 15. Сильно разогрейте масло, можно сделать фритюр, и быстро-быстро обжарьте роллы со всех сторон. Маркером правильной обжарки служит сыр внутри ролла, если он растаял, начинайте заново. Если температура нужная, то внутри ролла все останется в первозданном виде. Шаг 16. Обязательно обсушите роллы на бумажном полотенце, чтобы они остались хрустящими. Шаг 17. Разрежьте каждую половинку на 4 шайбочки. Нож лучше смочить в воде. Шаг 18. Теперь уже чуть остывшие роллы украшаем розочками из сыра и красной икрой. Опять же, начинка не должна быть горячей, иначе сыр растает, смотри шаг 15. Подаем сразу же. В роллах сырых ингредиентов нет, поэтому имбирь и васаби по желанию, а вот соевый соус обязательно. Приятного аппетита! Маленький совет напоследок. Можно сделать больше роллов, хранить их в холодильнике некоторое время, а затем обжарить непосредственно перед подачей. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.